Всем привет, ребята! Вы на моем канале. И сегодня я не пошла в школу, потому что я ездила к доктору. Для чего же я ездила? Я сдавала кровь. Я очень сильно боялась, потому что кровь была из вены. А я первый раз это делала. То есть у меня только 10 лет. Какую кровь из вены? В общем, и сегодня в школу я не пойду вообще. Сейчас расскажу, почему же я давно не снимала видео. Во-первых, потому что нету времени. А во-вторых, то, что всякие репетиторы, уроки, это все тоже занимает кучу времени. Сейчас здесь играет радио в машине. Я по магазинам, если буду ходить, то я обязательно вам поснимаю. Ждите. Сейчас сижу в ноуте, пока родители в магазине. Ну, я не люблю ходить по магазинам, где всякие ремонты. Не, не ремонты, а все для ремонта. Поэтому сейчас сижу в этом, в ноутбуке. Скоро поедем в Фикс Прайс. И, в общем, вот так вот. Провожу свое время, так сказать. Ну вот, я уже дома, сейчас покажу свои покупки. К сожалению, в магазине я не смогла снять, потому что, знаешь, что там нельзя снимать. Вот такой пакет покупок мы сделали. Кстати, вот это пижамка, которую мы купили, как домашний костюм. Первое, начнем с хозяйственных продуктов. Мы купили вот такой АОС. Я не знаю, как он правильно называется. В общем, это для мытья посуды. Отставляем, достаем следующее. Это не бутылочка, здесь был напиток, здесь просто какой-то арбузный напиток. Не хотела пить обычную воду, поэтому решила просто тупо взять себе напиток. Также вот такие конфетки, огромная, просто преогромная пачка. Отложу, чтобы не шуршать. Следующий у нас корректор, обычный корректор. Следующее это вот такие листочки с мишкой. Зубная паста. Витаминчики. Я думаю, тот, кто давно смотрит мои видео, тот знает, что у меня есть кот, и мы ему купили такие витамины, чтобы он у нас не болел. Также себе я купила вот такой скотчик, это новинка, она уже не сильно новая, но это новинка скотча. И, в общем, здесь скотч, они именно бумажные и разных размеров, то есть не только вот такие, а именно разных размеров. И самое последнее, это пачка пакетов порванная, она порвалась уже, когда мы ее довозили. Это, в принципе, все. Все, что осталось в пакете, это все. Смотрите, и также я вам сейчас покажу, или не будет видно, вот здесь вот есть такая тихо. Блин, я не знаю, как вам показать это. В общем, вот здесь вот маленькая точка, я думаю, видеть. Это там, где я сдавала кровь из вены. Я выложу это видео, кому не интересно, могут его не смотреть. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.